приветствуем на нашем канале. Сегодня мы расскажем рецепт салата, который я когда-то узнала под названием пекинский. Значит, что сюда идет? Пекинская капусточка, отварные яйца, сыр, в данном случае чеддер мраморный, и копченая грудка птицы. Ну, всегда я брала варено-копченое филе курицы или даже сырокопченое, но сырокопченое немножко так на любителя, интересный вкус, но... Это мне... утка. А это да. А здесь мы не нашли копченостей, тут вообще мало, кроме колбас, ветчин, окороков. А вот именно птицу как-то не принято особо коптить. Ну, во всяком случае, нам не попадалось пока. А вот нам попалась утиная копченая грудка, и мы ее уже попробовали. Она нам очень понравилась, поэтому мы ее используем. Также мы используем консервированную кукурузу и майонез. Итак, у меня пошло на такую салатницу пол головки пекинской капусты. Яйцо я еще сюда одно добавила, мне кажется, маловато. Филе с одной утки, грудки, копченой утки, лучше курицы, если есть, мы не нашли. 200 грамм у меня я порезала вот такими кубиками чеддер. Можете любой сыр, который вы любите, порезать. Ну, мне кажется, обязательно не сладкий, а такой с кислинкой. Баночка кукурузы. В общем, все смешиваем теперь. Добавляю капусте грудку порезанную. Да, как я буду, как всегда, вымешивать. Как всегда, я к полумерам не привык. Сейчас буду вымешивать. Как-то интересно самой даже. Сыр. Я, наверное, сейчас вымешаю. А капуста чуть-чуть усядет, добавлю кукурузы и потом еще начну вымешать. Так, ну добавляем майонез, я тут сама делаю майонез. Если интересно, как, можете посмотреть, у нас на канале есть видео, достаточно популярно. Вот. Или если у вас есть любимый майонез, как у меня был в Украине, можете купить его и использовать, который вам нравится. Так, теперь еще я вымешала, капуста улеглась благополучно, так что зря я переживала. Добавляю кукурузу и уже вымешиваю с кукурузой. Ну, в общем-то, мы почти приготовили, но захотелось нам довести до вкуса. И вот показалось нам мало копченого мяска. Но, конечно, нужно куриную или утиную грудку, но больше не было. У меня был копченый окорок. Я дорезала вот столько еще копченого окорока. Вот. И захотелось больше кукурузы. Благо, у меня оказалась еще одна банка кукурузы. Я не могу говорить точные пропорции этого салата, потому что я этот рецепт как бы не узнала как рецепт. А вот когда-то были в командировке в Киеве, и где-то мы в кулинарии или в каком-то кафе, в общем, попробовали этот салат. Какие там пропорции были, я не знаю, поэтому я все время делаю по вкусу. То есть капуста тоже бывает разная. Нарезал капусту и добавляете сыр, копченое мясо, яйца вареные, майонез, кукурузу. А там в процессе пробуете и вот
чего вам хочется больше, тут опять-таки на вкус и цвет. Кому-то мяса захочется больше, кому-то сыра, а кому-то овощей. А кому-то всего и побольше. Да, кому-то кукурузы, а кому-то всего и побольше. Очень рекомендую этот салатик. Я не знаю ни одного человека, который бы сказал, что он ему не понравился. Очень вкусный, очень приятный. Так что всем рекомендуем. Вот. Приятного аппетита и до встречи в следующем видео.